23 февраля – праздник тех, кто служил и служит сейчас. Несет боевое дежурство на земле, в небе и на морских рубежах. В этот день по традиции звучат поздравления в адрес защитников нашей Родины. Я сегодня хочу с этой сцены поздравить всех мутищенцев, в первую очередь мужчин, тех, кто прошли службу, тех, кто планирует пройти службу. В любом варианте каждого мужчину эта тема затрагивает. И причем она затрагивает так, что мужчины становятся настоящими мужчинами. Вооруженные силы – это школа жизни. Женщин, многие из них тоже связаны с этим ратным трудом. Женщина всегда поддержит мужчину во всех его начинаниях, на службе, на работе, где бы ни было. Поэтому и женщин я хочу поздравить с этим праздником за ваше терпение, за ваше отношение к нашим защитникам. В торжественных мероприятиях приняли участие гости из области. Депутат регионального парламента Вячеслав Фомичев окончил Свердловское, Суворовское, а затем Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. Сейчас, кроме депутатской деятельности, занимается сохранением и реставрацией гражданской и военной техники, устраивает реконструкции, посвященные Первой и Второй мировым войнам, руководит военно-техническим музеем мужества, доблести и славы. Поколение войны сделала все возможное, чтобы мы победили. Мы, по сути, спасли не только себя, спасли всю Европу, спасли весь мир. И мы в неоплаченном долгу перед поколением войны, перед послевоенным поколением, которое восстанавливало из руин нашу экономику. И вот все, что мы построили, и включая заводы, школы, больницы, это все сделано послевоенным поколением. Нам надо об этом помнить. И в Мытищах самые крупные предприятия и так далее. Все это было построено поколением после войны. Слова поздравления в адрес мытищинских защитников Отечества прозвучали и от Дениса Перепелицына, первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Это, наверное, один из самых важных праздников для нашей страны, потому что в сегодняшних условиях защита страны, защита каждого гражданина страны является самой важной задачей и государства, и общества, и политических партий. В этот праздничный день грамоты и благодарственные письма вручили военнослужащим Мытищинского гарнизона, а также активистам общественного движения и представителям культмассового сектора. От всей души хочу поздравить всех нас, всех мытищинцев и не только мытищинцев с этим замечательным праздником, с Днем защитника Отечества. Уверен, что мы всегда будем достойны этого праздника, будем достойны подвига наших предков. Но дай бог, чтобы нам не пришлось это доказывать. Желаю всем мирного неба. Церемония вручения продолжилась праздничным концертом для ветеранов, участников боевых действий, военнослужащих, юнармейцев и всех приглашенных. Музыкальную программу подготовил народный коллектив «Хор ветеранов». Юлия Федориненко, Денис Петров, Первый Мытищинский.